Друзья, я не знаю, как это работает, но вот здесь я сейчас обработала тальком. Вот, но вот здесь мелкие, совсем мелкие волосы невозможно удалить. Я очередной раз сделала аппликацию и удалила вот эти вот короткие волоски. Меня они, ну просто мне они не нравятся. Я хочу чистить лоб. Вот здесь как вот гладко, как у младенца попка. А вот здесь, ну вот пальцем даже провожу, все равно чувствуется, как будто какие-то пеньки, не знаю. Ну, чувствуется, идеально нету. У меня вот такой воск. Воск для депиляции, профессиональный. На основе фруктозы. На основе фруктозы смывается водой. Обычной водой. Но гадость редкая. Во-первых, цвет ужасный. Воск. Во-вторых, мне не понравился. Да, я уже его почти использовала весь. Удалила все волоски ненужные на теле. Но только вот тут мне не нравится. Сейчас не знаю. Мне не нравится. Вот. Я хочу, не знаю, на следующей неделе поеду, хочу купить себе, знаете, какой воск. Его не надо шпателем намазывать. Он как вот дезодорант мажется, и вот это то же самое мажется. Он не пачкается. Вот этот вот пачкается ужасно. После депиляции ты как свинка. Не знаю, кому нравится, ну, конечно, берите. Мне не понравился этот воск. Вот так.